И всем привет, дорогие друзья, с вами Георгий Страйкс, и мы продолжаем играть Dishonored 2. Ох, яйца чужого, вот бы повезло. Чего, яйца чужого? Что-то, по-моему, это из другой игры немного. Да, что о. Мне кажется, там что-то да, будет интересно. Да, да, да. Тихо, тихо, чё ты пугаешь прям? Кого они начали? Что они там делают? Заперто. Что ж. Ты игрун. А я-то думал, что он там за яйца чужого делает. Яйца гонял, сидел. Шары. Поспи, дружок. Стрёмная тема. Ой, там есть кто-то. Так, я думаю, вот этого голубчика надо спрятать. Ну что он нам тут... делов-то понаделает. Может, его куда-нибудь на люстру бы закинуть? О-о-о, как они реагируют. Записка? Может, какой чертеж найдем еще? Мы еще ни разу чертежи-то с вами не находили. Печатная машинка. Нам нужно найти ключ, я так понимаю. Ключ. У кого ключ? У тебя есть ключ? Нет, ты какой-то явно не главный герой, чтобы у тебя ключ был. Тихо, тихо. Не злитесь. О, а вот это за этой дверью нас ждет руна. Дверь закрыта даже в скважину. А только что ведь была закрыта. Смотри, сколько ос. Знать, что с Соколовым. Хорошо. Я, собственно, за этим сюда и пришел. Как все интересно. О, да тут и гнезд вообще до жопы. Закроем дверь. Если надо пройти мимо гнезда или роя, держитесь на расстоянии. Не подходите близко, но это и понятно. Если осы спокойны, все в порядке. Если начали летать и светиться, дело плохо. Если на тебя напал рой, беги или сражайся. Дави ос или сожги их. Гнезда тоже. В принципе, можно сжигать гнезда, только было бы чем, да? Рой будет возвращаться, пока не уничтожены все его гнезда. Ну, собственно, это мы и делали. Это мы знаем все. Ой, а... Это ненормально. Они к трупу? А, они к трупу. Возьмем мензурку, нам поможет. Что тут у нас? Что тут у нас? Я так понимаю, это миссия борьбы с осами. Тут уже какие-то штуки проросли. Непонятные. Но мы будем... А что еще можно взять? Можно... А, ну, кидаться особо тут не покидаешься, да? А я одним болтом уничтожу рой?
если вот стрельну, интересно. Можно попробовать. Нет, похоже, не работает. А у нас никакого взрывного болта нет? Есть пуля. Вопрос, что с пулей? Ну, с гранатой точно. А, зажигательный болт. Вот что нам нужно. Вот это уже интересно. О, класс. Ребята, это здорово. Взять руну. О, здорово как. Что-то оно не сгорело, походу, да? Да, сгорело. Сколько еще есть один болт? А ну-ка, пошли вон. Горите, сволочи. Противные, как комары. Подожди, я же сжег. В чем еще проблема? Я какую-то штуку подобрал, не знаю какую. Отвалите, осы! А, вон там еще есть. О, хорош. Все, осы улетели к другому. Уйди отсюда. Здесь закрыто. Нас просят идти дальше. Но все, нет, еще есть. Они пошли к последнему своему источнику, да? Здесь может быть зарождение, наверное. Ну и, наверное, последнее. Нет? Оу, что это за крематорий? А вот здесь можно пролезть. А вот и последний их, да? Собственно, гнездец. Последний их гнездец. Ну что ты? Да нажми ты. Где это гнездо? Во. Нормально все. Вам некуда больше не идти. Вы все умерли. А, во, амулет. Я че сюда пришел, собственно, за амулетом? Я, наверное, знал, что здесь что-то будет. Смогли еще что-то тут построить. Борьба с осами. Мне кажется, они тут еще сейчас понаделают себе гнезд. Хотя, не знаю, может и нет. О, тут еще есть. Какая-то кость. Какая-то кость. Давайте посмотрим, что мы там поднаходили-то. Предметы. Еще какой-то ключ. Сведения. А, откройте отделение. То есть у нас ключ-то был. Ключ-то у нас был. Умение. У нас всего одна руна.
Потому что мы прокачали вот это. Нам надо еще найти руну какую-нибудь. Есть здесь руна? Ой, подожди, еще я вам тут оставил чуток. А, это мое. Пошли вон. Да что такое? Ой, так можно умереть. Тихо, тихо, тихо. Осы, осы, осы. Осы взбунтовались. Хорош. Вроде больше нету. Вроде бы всех перебил. Они должны улететь отсюда. Полностью и все. Давайте посмотрим, проверим, осталось ли здесь что-нибудь такое, что нам может пригодиться. Это вроде как внизу все. На этом этаже нету. Наверху есть амулет. Хорошо. Давайте пойдем тогда по миссии. Здесь до сих пор закрыто. Можно было, кстати, с той стороны открыть. Ну ладно, ос я всех перебил. Погнали дальше. Не будет ничего такого сверхъестественного. О, это, я так понимаю, доктор режет осу, да? Или это кто-то другой? Я очень надеюсь, что здесь никто ни в кого не превратится, такого страшного. Нам не придется монстров убивать. Давайте все обойдем. Я так понимаю, нам вниз. Узнать, где Соколов. Хорошо. Где, собственно, Соколов? Может быть, он отравился от ос и помер? Там же сказали, что они откладывают какие-то личинки и все такое. Дамочка, где Соколов? Снова у меня ногти грязные. Вот бы испробовать на врага. Это что такое? С йодом? Привет. Вы мой пациент? Простите. И я сама должна это знать. Я хочу задать один вопрос. Вы закрываете лицо из-за раны? Болезни, которые здесь лечат, более распространены, чем кажется. Я не пациент. Я ищу Антона Соколова. Соколова? Да, он был здесь недолго. Но она забрала его Кирину Джиндышу. Вы слышали? А королевский убийца? Он ваш пациент? Королевский убийца. Про него писали в газетах. Я не... Ах, да, эти жуткие убийства. Я как раз была в Даноле, изучала болезни китобоев. Постойте, меня зовут? Я все забываю. Этот убийца – интересный случай. Думаю, я могла бы ему помочь. Только всегда все было хорошо, а сейчас память что-то подводит. Кто меня зовет? Прошу простить. Да, с головой у нее, конечно, все печаль, беда. И память... Память ее подводит. Даже сведения, которые она дала, возможно... У нас редко бывают посетители. Неверные. В последнее время всего один. О, я забыла. Кто? Происходит что-то ужасное. Но я не могу понять. Здесь что-то есть у нас? Здесь у нас вроде как ничего нет, да? Прежде я не теряла вещи. Умение. У нас всего одно. А что мы подобрали там? Не чертеж ли? Могли чертеж какой-нибудь подобрать? Можно. У меня что-то с памятью. Такое случается при моей работе. Смена караулов на караул.
О, дротики, вот это хорошо. Ого, голова. Может, это голова Соколова, нет? Я не знаю, как он выглядит, Соколов. Давайте что-нибудь возьмем отсюда. Наверняка что-нибудь есть. Полезное, что мы можно унести, потом продать. Нет? Вроде бы нет. Что у нас тут? Оу. Какой-то воск. Может, ты Соколов? Ты можешь говорить? Это доктор Гепатия. Она королевский убийца. Но она не в себе. Она хотела помочь шахтерам, но первый вариант сыворотки изменил ее разум. Мне конец, а ее еще можно спасти. Она хорошая. Что мне делать? В моем сейфе, в клинике. Ты поймешь, как сделать противоядие. Помоги ей. Код от сейфа 312. Мою сыворотку выделяют водоросли в водостоках и даже в реках. Какая-то стрёмная херня. А ну-ка давай отсюда сваливать. Чё-то какая-то она баба не в себе явно. Давайте пойдем в этот к доктору Васко. О. Если отключу сторожевую вышку, Меган сможет меня подобрать. О, это уже хорошо, это уже правильно. Давайте мы воспользуемся нашим добрым методом. А где еще один? Есть кто-нибудь еще? И до того тела раздуло, а кругом гнезда трупных ос. Ужас. Хорошо. Злодей. Вот такой вот я злодей. Мне дали ачивку злодей. Ну, я-то на самом деле с вами не злодей. А мы с вами добро вершим. Почему нельзя ходить в обычной одежде? Тихо, тихо, иди сюда. О, а тут дверь, что ли? Ну да. О, там еще один есть, дружок. Тут лежат. Что, собственно, надо сделать? Отключить вот это? Я бы с радостью. Пора в Данул возвращаться. Тошно мне здесь. Детей уже 2 года нет. Если я отключу, мне кажется, он заметит. Есть что-нибудь у нас усыпляющее? Давайте мы его усыпим. Нет там больше никаких солдат? Да вроде нет. Б? Перенастроить нельзя, к сожалению. Ну, мы отключили. Значит, к нам. После патрулирования явитесь на доклад к дежурному офицеру. Меган сможет нас забрать. И это хорошо. Давайте мы, наверное, обратно сиганем. Нам надо к этому Васку попасть. Давайте попробуем, как нам тут быть. Уже приплыла, да? Да. То есть мы сможем безопасно уйти. Оп.
Давайте думать, как нам дальше. Как нам дальше забраться? Нет, тут мы так не пролезем. Тут так не работает. И нам надо этого доктора, скорее всего, с собой взять. Если мы... Эй, ты! Иди сюда! Ждите сигнала! Твои приключения... Никуда ты не денешься! От меня не уйдешь. Ну давай. Ты труп! Ой, я тебе не советую, дружок, как тебе противно было-то, а? Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, я чисто случайно напоролся, конечно, на них. Я не ожидал так. Да и не планировал, в принципе. Не планировал. Что это такое? О. Ой, это можно было как-то против них применить, наверное, да? Как отвлекающий маневр, наверное, нет? Хорошо, я знаю, что мне наверх. А вон там еще один. Он один? Или кто-то еще есть? Пулями мы не пользуемся. Он вроде бы один. Ничего страшного, все нормально. Все нормально, дружок. Иди сюда. Ну, самый раз. Что у нас тут? Там, кстати, очень много их на других этажах. Я-то не все этажи зачистил. Далеко не все этажи. Давайте сразу посмотрим. Такие руны. О, 39, это в принципе тут. И еще одна внизу, да? А нам надо наверх. Хотя нет, по-моему, сюда. Собака? По-моему, там собака что-то ест. Да. Явно собака. Хотя у нас есть обычные болты, да? Можно убивать. Что-то мне подсказывает, тут их до жопы просто. А. Дождусь конца дежурства, пойду домой и буду в потолок плевать. Это же самое, что ни на есть. Первая наша. Я понял, где это. А, собака за решеткой, ты смотри. И собака какая-то больно огромная. Больно стрёмная. Я надеюсь, собаку он потом не выпустит. Кто здесь? Дамочка плохая. И эта дамочка не очень. В принципе, у нас есть методы.
устранение. Что? Спать. Есть кто-то. Иди сюда. Быстрей. А ну-ка здесь полежи. Да, достаточно большая тут местность-то, да? Для маневров. Огромная территория этой. Там еще два. Связать бы их. Личному составу. По приказу герцога, любой, кто разгласит сведения об Адермире, будет отдан под трибунал. Связать бы их. Ого, он кого-то пилит. Забыл закрыть шкафчик. Нет, ты друг. Как мне в куртку Минову засунуть. Давай, давай-ка иди сюда. Ну, давай уже, налетай. Дрянь, я ко всему. Паха повалила. Надо бы запасную достать. Он не умер? Что за? Ты не за меня. Я ходил в моря, пил я чудищ больших, да вертелся. Казалось, что через два месяца бросит. Я подожду. Марта за. Надеюсь, все в порядке. Все в порядке, да? Все в порядке. Наверху все в порядке, ребят. Я не знаю, как у вас там внизу. Нервы на пределе. Что-то неладное творится. Потом пойду на пьюшку. Все нормально творится. Нам как бы еще выше, нифига себе. Что-то я зря зашел сюда, что ли? Ну, по крайней мере, амулет тут есть. И то, походу, в соседней комнате. Самое главное, чтобы они потом этих всех не разбудили. Кого тут пилил? А, деревяшку пилил? Он тут дверь забивал, ты смотри. Он там дверь заколачивал. Ну да, он же ее заколотил. Здесь что-то у нас прям... Эх... Там у нас то ли руна, то ли амулет. А может быть... Шкаф отодвижной, нет? Шкаф не может быть? Ранние времена настали. В принципе, может быть все что угодно, да? Нет, шкаф никак не отодвигается. А сколько у нас там? Внизу товарищей, да? Посмотрим. Полной грудью не вздохнешь. Ну, бросай курить, и будет нормально тебе воздух. Кстати, можно по вот этим штукам прыгать. Вполне нормально так. Что, нам еще выше, да, получается? К доктору-то. Еще выше. А здесь что у нас? Ой, тут ребята, и там ребята. Везде кругом одни, ребята. Давай тут дверь закроем. А, тут дверей нет. Понятно. Ну,
забрать не могу, да? О, а тут была карта. Тут была карта, кстати. Что и куда, и где. Тут даже написано, где чей кабинет. Ну, понятно. Понятно. Я так понимаю, карта у нас в журнал легла. Мы теперь ее сможем заюзать. Пойдем в этот кабинет к доктору заглянем. Возможно, у него ответы. Как создать мензурку, чтобы чокнутую вылечить. Я ж тут всех перебил.